Гвардии полковник в отставке Куренцов. Слухаю вас. Вот так, по-армейски. 5 апреля знаменитый тяжелоатлет Виктор Григорьевич Куренцов принимает поздравления. Почетному гражданину Одинцовского района 77. Солидный и счастливый возраст. Поздравить именинника спешат его друзья и коллеги по спортивному клубу «Одинец», где Виктор Григорьевич трудился инструктором. Благодарственное письмо как основателю нашего клуба «Одинец». Для спортсменов-инвалидов. А я сам для себя. Ты стоял у самых истоков. Да. Благодаря твоим тренировкам создали клуб, сделали его государственным. Да. Есть все условия, есть финансирование, есть занимающиеся, есть тренера, есть отличные результаты. Биография легендарного спортсмена достойна романа. Детский дом, армия, спортивные победы, мировое признание. В детстве чуть не погиб от голода в своей маленькой белорусской деревушке. Отца потерял на фронте, мать посадили в тюрьму за ведро мерзлой картошки. Старшему Вите было 5, младшему 2 годика. Тогда их спасли люди. Вот что значит судьба. Пройдут годы, и имя Виктора Куренцова прогремит на весь Союз, затем на Европу, а после на мир. В Мехико Виктор Григорьевич стал олимпийским чемпионом. Свои победы и мировые рекорды он посвящал семье и дорогому сердцу города Одинцова. Все свои награды я выиграл, проживая в Одинцово, в этой квартире. Сын мой, когда я проходил с медалью, он брал песочницу играть. Сколько он потерял там? Я не считал, но их было у меня около 150 медалей различных. Армейская выправка и блеск в глазах – вот что значит несгибаемый характер. Несмотря на тяжелое спортивное наследие, жизнь после спорта сопряжена со множеством трудностей, нашу съемочную группу Виктор Григорьевич встречает по-отечески тепло. От всех коллег, от всей нашей редакции хочу поздравить вас с днем рождения. Вы наш герой, вы наш друг. Да. Мы дорожим дружбой, знакомством с вами. Всегда рады быть у вас. Спасибо вам большое за ваш труд. Рассказывая о былых победах, именинник переходит с русского на итальянский. Италия – милую сердцу страна, где Виктор Григорьевич 5 лет проработал в российском посольстве. В этом году одинцовские спортсмены решили увековечить имя олимпийца в календарном состязании. 14 апреля в Одинцово состоится соревнование среди команд спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Этой категории Виктор Куренцов уделял особое внимание, занимался с ребятами, тренировал. В день рождения легендарного спортсмена телефон не смолкал ни на секунду. Человек мира, так говорят о Куренцове спортсмены. Имя нашего прославленного тяжелоатлета занесено в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмена, поднявшего больше всего тяжести на килограмм собственного веса. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».